Бляха, аж мурашки по телу побежали. Блин, надо хоть лошади вы еще не стали. Ну ладно. Че, у нее играет классно. Она, блин, атмосферу вообще держит. Только в путь. Есть? Вот, есть? Нет, это хорошо. Это я даже скажу, это просто отлично. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, вы смотрите игровой канал Вредного Енота. Мы с вами начинаем играть в игру Montagious Mount. Это, насколько я знаю, игрушка хоррор. Ну, во всяком случае, у меня есть такие подозрения, потому что в эту игру мы играли. В эту игру мы играли очень давно. Это чуть ли не одна из первых игр на канале была. Она у меня до сих пор на компьютере, но, к сожалению, из-за того, что уже прошел почти год, сохранения все уже потерялись, всегда несколько раз переустанавливалось и так далее. И, соответственно, мы ее начинаем заново. Поэтому давайте мы сейчас ее начнем уже в хорошем качестве, уже на порядок лучше. А там я просто эту серию также я ставлю. Там одна буквально серия была. Я ее также оставлю, напускаю в плейлисте будет. Вы даже увидите просто разницу. Проморгавшись от соленой воды, я вижу пернатых друзей, что кружат надо мной. Наверное, меня выбросило за борт. Да, именно это со мной случилось. Меня смыло волной с палубы. Судя по одежде, я работаю в море. Но почему-то не припомню ни единого момента этой работы. Не могу вспомнить даже собственное имя. Нужно понять, как я оказался на этом берегу. И как-то выбраться отсюда. Ну, давайте посмотрим, потому что там качество было ужасное. Записи имеется в виду. Микрофон был не очень, камера была не очень, освещения не было. В общем, посмотрим, что из всего этого выйдет. То, что она по-русски, прям озвучка, это меня дико радует, потому что я не помню, что она была по-русски. Может, она, скорее всего, наверное, и была. Потому что, ну, сколько времени-то прошло, я уж забыл. О чем игра, я, честно говоря, тоже не помню. Я вот, то, что он сказал, что мы проснулись на берегу, и мы должны в чем-то разобраться, это я тоже знаю. На этом мои познания заканчиваются. Если опять к клавиатуре буду долго привыкать. Ну, ладно. Посмотрим. Вроде как можно нормально так походить и спеша почувствовать клавиатуру, чего там будет. Это вообще непривычно. Основана на реальных событиях. У меня была раньше ломаная такая, а тут что-то прямая, а его как-то... И она ниже. Там у меня высокая была. Сантиметров на 5. Такая подставочка. Ладно, в общем, давайте продолжаем. А если я сделаю вот так? А если я сделаю так, кто-то не поможет. Хорошо. А все почему? Потому что у меня был подключен джойстик. А игрушка, видимо, к этому джойстику, но вообще никак. Давайте тогда делаем просто. А так сработает, нет? Нет, давайте тогда перезапустим просто игру. Ну что ж, когда один дубль 2, теперь у меня работает все. Гелатина была в джойстике. На многих играх такая ерунда происходит. Когда под. А, так, нам нужно найти костыль, сколько помню. У меня почему-то отключились субтитры, ну ладно, что теперь. Я просто уже не буду кейт меню, потому что мне пришлось опять заново ждать. Все, этот пролог. Деревянный поддон. Подожди, а костыль где-то вот тут был. Я просто тогда помню, я тут ходил. Я, наверное, минут 15-20 ходил, что-то искал. Этот костыль несчастный. В итоге вот... В итоге я нашел что-то вообще близко. Подожди. Где-то... Вот он. Вот, отлично. Смотри, уже сколько времени сэкономили, а? Не тряси ты головой. Возьми. Вот, есть доступ. А, есть достижение с костылем, куда проще. Ну да. В принципе, мы хотя бы теперь можем ходить. Так, давайте более детально в этот раз поиграем. Посмотрим. Блин. А, нет. Я думал, может быть, этот. На нажатие клавиши, на уровень нажатия клавиатуры, думал. На скорость какая влияет. Нет, нифига не влияет. Так, ну погнали. Тут что, тут темно так? А
что вообще происходит-то? Я даже не помню, откуда эта игра. Помню, что она была одна из первых. Я помню, что мы немножко поиграли. Там, по-моему, даже призраки были, самое что прикольное. Что это? Снимок. Тоже снимок, да? Что не так? Записочка. Так, изучайте все, что видите вокруг. Нажмите Е, когда видите символ информации. Или символ взаимодействия. Задача перед тем, как покинуть берег, найдите себе что-то вроде костыля. Нашел, спасибо. Нужно открыть засов. Понял. Ржавый засов. Деревянная калитка. Если мы нажимаем Е, он дает информацию. А если мы нажимаем на левую кнопку, то он взаимодействует. Лачуга старого отшельника. Ой, серая, мрачная игра. Я не уверен насчет сохранения, надо сейчас, наверное, поотслеживать, как она будет сохраняться, потому что, честно говоря, я не имею ни малейшего понятия. Потому что когда мы зашли в игру, он начал крутиться и так далее, он ее в итоге не сохранил. То есть, соответственно, какие-то чекпоинты. Должно быть аккуратнее там так. Давайте потише маленько это что-то делать. Давай почитаем. Клочок бумаги, ну логично. Электричество, кажется, электричество выключено. Нужно пройти дальше. Вдруг вам удастся найти генератор. Окно, дверь, выключатель. Совет один. Окно, дверь, выключатель. Один лачуга старого отшельника. Достижение, спасибо. Пойдем искать. Мне кажется, надо было немножечко гамму добавить. Совсем чутка. Она ведь предлагала мне. Казалось, конца этому не будет. Мир хотел крошиться и разваливаться, пока от меня бы не осталось ничего, кроме пыли. Керри Тейлор. Не знаю, кто тут Керри Тейлор. Но, наверное, это очень умный человек. Раз такие философские мысли выдает. Так, старый дворник. Опа. Взаимодействие с предметами, чтобы использовать некоторые вещи, вроде этой двери, сначала может понадобиться отыскать что-то еще, в данном случае ключ. Задача, идите по тропе, найдите сарай и возьмите в нем ключ. Опа, это тропа, да? Ладно, идем по тропе. Так, это что, это все хорошо. Тропа. Знаете, вот клавиатура, кажется, все так мягко стало. И клавиатура, и мышка сразу, и как будто... Даже звук мягче стал, не знаю почему. Всего-то навсего. Сюда? Нужно открыть засов. Опа, секунду, что -то. Интересно. Вы нашли могилу Фина Маклофлина, круто. Ладно, пойдем. Опа! Опа! Нежданчик. Надеюсь, это глюки все-таки. По-моему, да. Не, подожди, призраков мы вроде видели. Вроде пацана этого и видели. Первая самая серия. Но кто не смотрел, лучше не смотреть. Я думаю, эта серия будет гораздо интереснее. Я по одной простой причине, что тут качество получше. Пацан, ты что ревешь-то? Вроде взрослый, вроде нормально. А где чё? Орёв-то где? Не могу понять. Алло! Бляха, аж мурашки по телу побежали. Блин, надо хоть волосы дыбами ещё не стали. Ну ладно. Чё это? Чё это? Снаряжение, появился новый предмет. А как снаряжение открыть? Ручка вентиля. А как-то... Ну ладно. Вот он, наверное, он внизу есть, да? Наш инвентарь. Ладно, понял, пойдем. Как тут все-то? Серо так все напрягает. Ладно, пойдем гулять. Что-нибудь еще могу взять? Что это? Бочка. Деревянная бочка. Это что? Молочный бидон. Вот так, как... котел. Какая речь-то? Я не знаю, что за игра, честно говоря. Не то, что за игра. Опа, там вот какая-то. Вот, наверное, не будем спускаться пока.
Я не знаю, чьей страны эта игра. Так, мягко это. Обалдеть. Мне вот эти кнопочки мне реально нравятся. Которые типа силиконовые, оптические и так далее. Класс. Хотя могли бы их сделать немножко побольше. Видите, это количество. Их у меня всего 4. Я хотел ту клаву, где 8. Но их не было в наличии. И когда она будет, непонятно. Подожди, а кто там будет? Чё это? Ты возьми это, нет? Типа бабочка такая. Книжная бабочка. Погоди, а Света где? Подожди, по тропе найдите ключ. Сказано было. А, чьи-то воспоминания. Идем по тропе, ищем сарай, ищем ключ. Было сказано так. А, вон там что-то есть. Пляж, о, лодка. Так. Погоди, вот тут вроде что-то на сарай похоже есть. Опа, что это? А, так. Нажмите Y, чтобы... Ой, это Y. И, чтобы увидеть предметы, которые вы несете с собой. А, ну все. Используйте XZ, чтобы... или колесико мыши, чтобы выбрать предметы. Одновременно вы можете нести не больше 5 предметов. Хорошо. А это что такое-то? Я могу взять. Что такое? Вы нашли одну из 22 крестов Святой Бригитты. Ой, ёдик, это какая-то долгая игра. Проводка что-то не так. Подожди, где проводка? Вот там она была вверху. Я думал, ты чуть ли не там не одна, а двух серий какая-то, нет? Ну ладно, хорошо же, сарай. Что это? Брудо бревен, а это... А, всё понял. Все-таки надо будет добавить яркости, я думаю. Гаммы немножко побольше. Очень плохо видно. Старый генератор где? Ты? Точно. Карты чего-то не хватает. Чего? Я скажу так, у меня такое ощущение дикое, что такое. Чего-то не хватает. Вот этого не хватает. Что-то внутри сбрасывает счетчик. Какой счетчик? Чего-то не хватает. Ой, я, может быть. Думаю, ты аккуратнее так, листочки-то. А чего не хватает-то? Я ж ни хрена не вижу, а так все ничего. Чего-то не хватает, старый генератор. Блин. Блин, ну ладно. Пойдем поищем что-нибудь. А что искать? Чего не хватает? Что, мужик, где там виднее, ты хоть на ощупь можешь сообразить? Лево, баба. Ручка вентиля, а ручка вентиля от чего? Погоди, ладно, давай сюда сходим. Что это? Вот, что это такое? Подожди секунду, что это? Ключ! На Жене появился новый предмет. Ага. А, вот этот ключ вижу. Подожди, пойдем тогда обратно. В принципе. А если появился ключ, блин, который нам нужен. Мне так нагнетает. Не так страшно реально. Не то чтобы страшно, но... жутковато. Блин, когда бы не подумал, что подсветка может быть полезна. Чё я в той клаве нашел за такую же цену, которая бесполезная, по сути, была? Ладно. Открывай. Что не подходит? А, погоди. Чтобы воспользоваться некоторые вещи, вроде от двери сначала, может понадобиться отыскать что-то еще. Да, в случае ключ. А, ну так подожди, я что нашел? Не смотрите 25 предметов, без ключа дверь не открыть. А как ключ-то? А откуда ключ тогда? Подожди, ну вот же ключ. А как его использовать? Но. А, вон. Колесико мышки же точно. Старая дверь открывается со скрипом. Реально, меня так напрягает и дует. Ой, где эти? Гудение такое неприятное. Что это? Канистра. Бери. На Жене появился новый предмет. Конечно, может быть бензин, так может быть или он есть. Ладно, идем. Так. Ладно, пойдем. Сейчас генератор заправим. Я думаю, сейчас хотя бы тепло станет. Смотри, что еще нашел. А их тут 22 штуки, да? Понял. Ищем 22 штуки этих крестов. Мне кажется, тут где-то он еще валяется. Почему-то уверен теперь.
в этом хламе грех не валяться такой штуки, которая, в принципе, сливается совсем. Ладно, пойдем заправим сначала генератор. Время-то идет, а нам нужно заправлять на генератор. Вообще игру надо проходить. Которая вроде как обещает, страшно. Вроде как даже любопытно, судя по тому, что вроде как тут уже есть. Какой-то маломальский. Что это? Понял. Так, старт двигателя снова работает. Готовает, хорошо. О, светло стало, смотри. А вообще тут стало светло, если тут нет лампочки. Да и ладно. В принципе, надо такое дело. Давай, может, работает что-то, нет? Тут что-то не хватает. Ладно. Подожди, а как 20 щучек? Где что-то стало, нет? Может, как-то еще крутануть? Солнечные часы лучше всего использовать с гномом. С каким гномом? Маленькая металлическая рукоять. Какой гном? Ладно, пойдем гнома искать. Вот, смотри, свет появился, отлично. Гном. Так, это спасательный круг. Нет, это не гном. Что такое? Нет, это мне кажется. Это хорошо, что мне это мне кажется. Вот, смотри, заработало, да? Железный ворот медленно открыт. Ой, хорошо. Хорошо же, да? Ну и что-то нашел, бутылка. Что это? Это не бутылка, а что-то другое. Цветная деревянная катушка. А это что? А, это котелок. Ага. Ладно, пойдем пока. Что это? Тран. Чего? А, рыбацкий берег. Мы пойдем на рыбацкий берег. А, ну да, засов, конечно. Опа, а тут походу опять призраки, и опять у меня мурашки побежали. И не просто какое-то, они прям бегают табунами, гости друг к другу. От таких вот, от такой музыки, от таких вот, такого вот смеха. Они тут где-то смеются. Здесь, в этом забытом уголке мира, что-то произошло. Вещи, разбросанные вокруг, словно окна в чью-то жизнь. Или это... Мои собственные воспоминания, запертые в голове, забытые, придавленные серым пейзажем. Порой мне кажется, что кто-то наблюдает за мной. Верю ли я в Бога? А у меня вот такой вот вопрос возник, любопытный. А это не от создателей ли амнезии игра? Очень уж атмосфера. Бляха, мне тут вообще смех как-то это. О, блин, волосы блин, дыбом поставали, блин, страшно. Ладно, пойдем. О, пластинка сломанная. А че рама так дергается? Блин, самое неприятное даже так. Не, игра классная, она, блин, атмосферу вообще держит. Только в путь. А, что такое? Мост. Как? Опа. Это тоже возьми. Даже не появился новый предмет. Стая деревянная катушка. И вторая. Подожди, как я пустил? Что случилось? Бляха, я боюсь в этот дом заходить так-то. А у меня такое ощущение, что туда зайти надо, но я реально что-то как-то очкую. Пойдем. Свет есть? Даже света нет. Что это? Тихо, не каждый ты так. Чё творишь, бестолочь? Так, на нервах. Что это? А, странная коробка с углублением. А может ее вставить сюда? Точно. А эту сюда? Погоди. А эту сюда? А, вот. Тут надо еще две. Они тут, видимо, каждую свое, да? Пойдем поищем. О, выключатель. Во! Ой, как. Ой, как классно, да? Смотри, прелесть какая, о. Точно, там уже был совет. Типа дверь, окно. Выключатель.
горит. Давай, давай, открывай, что там. А он не присаживается, да? Да, он не присаживается, ладно. А, старая дровяная плита. Моргает, так что не тянусь, ну-ка, обалдеть. Очень странно моргает, ну да ладно. Деревянный шкаф, открывай. И чё? Ничего нету. Хорошо, блин, блин. Так атмосферу держит, обалдеть. Мне нравится. Шикарно на самом деле. Так. Оказалось. Пойдем еще катушки искать. Нам, получается, нужно еще две деревянных катушки. Так, вот эти вот тени, когда работают, так вот перемещаются, кучи, что какой-то, блин, призрак или кто-то там появляется. Реально, не знаю почему. Смотри, ловушка для краба. Еще нам нужно еще две катушки, получается, найти. Вроде бы как. Потому что, ну, больше я не знаю, что еще искать, поэтому давайте поищем две катушки. Как-то это будет логично. Тут какая-то зацепка есть. Так, давайте вот тут посмотрим. Тут-то вряд ли, а тут на кораблекрушении вполне может быть. Пойдем, пойдем искать. А что еще делать? Оказались одни на берегу. Тут все непонятно, все серо, все страшно. Тут так каре прыгает, ты что творишь? Ты ничего не помнишь, ты с костылем. С другой стороны, бегать он тоже не может, поэтому... Это немножко радует, значит, нас тут, если будут пугать, то будут пугать просто так. А, вот он не может, все понял. То есть, без всякой беготни, выживания и так далее. Куда этот вентиль поместить можно, запихнуть? Тут все реально, тут, честно говоря, вот чуть-чуть, если еще раз гаммы добавлю, мне кажется, темновато. Буквально, чуть-чуть бы. Что-то очень всего много насыщенное, получается, даже вон блики на глазах от воды, хотя довольно странно. Давай вот, я не знаю, ну, он нажать не может. Могила Финна Маклохин. Финна. Я, честно говоря, надеюсь, мы его не встретим. Финна Маклохина этого. Как минимум, это, мне кажется, чревато для нас будет. Так, это, давайте что-нибудь найдем. Я даже сказал, что-нибудь полезного, но пока что все для меня бесполезно. Даже вот то, что вот это мы нашли. Погоди, а тут где-то вот она, дверь. Нифига не дверь. Вот дверь. Ну как дверь? Не дверь, конечно. Так, выключатель. Есть, вот, есть свет, это хорошо. Это я даже скажу, это просто отлично. Ага. О! Тишина. Хорошо. На фон у нас сейчас завести. А, погоди, а может быть... Как его завести? Вот он. Ой, наверное, зря делал, меня YouTube-то спалит с этими песенками. А, чё толку, пластинок нету. О, смотри, нашел. Так, надо еще одну, получается. Давай откроем. Да если ты завел, я молодец, но, ну, чего-то не хватает, логично. Пластинки не хватает, при этом целые, потому что они все сломанные там были. Мы их находили, но они все были разбиты какие-то. Открывай. Плохо? Всем плохо? Так, а, нет, это ты крутишься, я думал, ты что-то нашел новое. Опа, смотри, что-то есть. Что это? А, ну да. Давай выключатель, может тут что-то есть. Так. Ох, там морозянка. Так, тут что это? Какие-то эти. Как опустить мост? А, нужно ввести правильный код при помощи солнечных часов. Осмотреть буй с возвышенности и запомнить цветовую последовательность. Перевести первые буквы из названия цветов в код морта, например, к красным. А, правильно установить деревянные катушки. Ой, блин, нет, давайте пока с мостом мы поразбираемся. Я тут понял, о чем речь.
Ну как, в чертах, конечно, понял. Давайте найдем катушку. Еще одну нам надо. И гнома. Погоди. А, я понял. Пойте, часовые этим. Как там, часы этим. Что такое? Солнечные часы, там что-то брякало, свистело, что-то еще делалось. Походу, что-то с этими надо сделать. То есть, как-то это повернуть. Вот будь. Смотри, да, посмотри на будь высока. Ты будь? Печальный будь, да. А где-то еще буи есть? Так, давай запомним, что вот один буй есть. Я думаю, он не последний здесь. Опа, что нашел? А, во, смотри. Последний нашли, отлично. Есть достижение. Найди 4 цветные катушки. Так, что там? Как вот я вот прочитать-то? Взаимодействие с предметами. Дальше. Подберите цветную деревянную катушку, чтобы использовать ее позже. Блин, так вот плохо тут не видно. Я тогда, по-моему, тоже говорил, что не видно ничего. Так, погнали. У нас есть 4 цветовые катушки. Пойдем сначала туда сходим. Что тут наклевывается? Вижу буй. Вижу там еще буй. Слышу голос. Какой-то, или это ветер. Или голос, или ветер. Я не решил еще. Тут буев-то этих, ё-моё. Так. Точно. А ту штуку сказали использовать с гномом. Ищем попутно гнома. А ну-ка, давай посмотрим. Опа, смотри, что нашел опять. Смотрим гно... А, погоди, ни хрена себе, тут вот еще что есть. Лачуга старого отшельника. Теперь я знаю, что они означают. Огни на стене. Время и тени. Можно увидеть со старого настила. Что, старый настил? Код позволит разгадать цвета. Так, отпустить может покинуть Питкерн Пойнт. Можно только по мосту. Это единственное, что связывает остров с материком. Мост опуститься, если все делать правильно. Немного же я знаю. А если вы это читаете, меня уже здесь нет. На Пойнт пойду искать, понятно. Что, я ничего не понял. В общем, будем разбираться. То есть тут, походу, это самая последняя загадка. Она же первая, она же последняя, судя по всему. Потому что, если это означает, что это наше спасение, значит, скорее всего, оно должно быть последним. Ладно, пойдем, походим. Нам бы гнома найти так-то. Смотри, вот тут что-то. Где-то... Вот дверь. А, это мы тут все понял, это мы тут нашли это. Это ничего больше нет, все, пойдем туда тогда. Попутно, может быть, найдем пластинку, может там в ней подсказка какая-то будет. Смотри, со старого сколько там настила увидеть будь. Где настил, где будь? Что такое настил? Берег Питкерн. Я, конечно, не знаю насчет мужика, но по мне так я бы уже свалил даже без моста. Я только бы там перелез, как бы вот жутко все. Пойдем дальше. Нам нужен гном. Я гном не знаю где. Точно, сюда. Пойдем тогда ставим пока 4 катушки, посмотрим, что из всего это выйдет. Как сохраняться, я не знаю. Но мне кажется, когда достижение появляется, тогда и происходит сохранение по всему. А поживем увидим. Пока что просто жутко, и местами появляются какие-то пацаны, которые смеют над нами по полной. И меня это не может не огорчать, на самом деле. Может, они смеют, потому что это страшно. Только по этим соображениям. Ну, тоже вспомнил. Ну, не знаю. Че я должен брать? Эй, не возьмется. Так. Ставил. И ставил. Что мне это дало? Тихо, что за музыки, не надо мне все звуки громкие. А все звуки. А-а-а, ты нифига, смотри, крутить же надо еще. А еще. Че случилось? Тихо! Погоди. А-а-а, вот она, цветная это. Я, короче, понял. Очень мало того, что мы их ставили, надо их еще, короче, да. Игра крутить. Угадать цвет. Как угадать цвет? Что-нибудь есть? Нет. По сути, это получилось. Так, старый. Вот это, наверное, старый настил. Скорее всего. Мы должны увидеть будь.
Ой. Не знаю, я бы тут перелез даже по трубе. Честно. Это означало, что надо тут сваливать, я бы перелез по трубе. Ладно. Допустим. Нам нужен дно, нам нужен буй. Нам нужна какая-то последовательность цветов. Там он идти не может, да? Тут что? Ничего. Не, в принципе, ладно. Пока нас пугают только звуками, это ничего страшного. Когда начнут нас пугать чем-то еще, это будет страшнее вдвойне. Я бы еще знал бы, как тут сохраняться. Вообще было бы просто отлично. Ну, чемодан открой, может там что-то есть. Старый портфель, ну как? Где гном? Какой гном? Взять мне круг. Да, он пройти не может, ладно. Генератор вроде молоть, вроде все хорошо с генератором. Это радует, по крайней мере, у нас есть хотя бы свет. Чтобы света было бы совсем все плохо и печально. Как? Не, реально, мне не нравятся такие звуки. А чего не хватает-то? Погоди, на что это похоже? Это солнечные часы, да? Да. Погоди, а что, в другую сторону можно? Смотри-ка. Погоди, вроде в другую сторону можно было сделать. Вот с этой стороны стану. Нет. В это уже. Ладно, пойдем. Что щелкает? Где? Что-то внутри сбрасывает счетчик. Куда мне применить эту ручку вентиля? Но и не это самый главный вопрос. Самый главный вопрос, как тут сохраниться? Просто вот как сохраняться? Опа. А, нет. Есть достижение, против километров. Спасибо. Спасибо. Вот старый, смотри, вот этот, наверное, старый настил. Вот буй. Буй. А, причальный буй. Что ты мне поведаешь, буй, друг ты мой? Смотри, что-то моргает. Опа, это хорошо. Смотри, моргает. А реально моргает, что-то, смотри, белое. Белый моргает. Что это значит? Короткий, короткий, короткий. Длинный. 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 По-моему, это сос. Три длинных, три коротких, три длинных. Наоборот, то есть. Три коротких, три длинных, три коротких. Это, по-моему, сигнал СОС означает. На языке Морзе. Но я не уверен. Конечно, смотри, он орёт СОС. Это факт. Я просто не помню. Три длинных, три коротких, три длинных. В принципе, СОС. Если вот так будешь отсылать, и тебе надо так или иначе, все сообразят, что ты имеешь в виду. Там чередуются там. Так или иначе, все поймут. Три длинных, три коротких, три длинных. Запомните. И три коротких, три длинных, три коротких. Это не принципиально, главное, если вы эти сигналы будут повторять, я пойму, что вы просите о помощи. А сюда не могу пройти разве? Могу. А почему я так и не пошел сюда? Я реально могу дальше пройти. А, пойдем погуляем. А мне не нравится такая тишина. Я категорически против такой тишины. После того, как был какой кипиш в виде грозы, молний, музыки, звуков и чаек. Сука. Не ори на меня. Я куда-то иду. Я не знаю куда, но я иду. Что это? Тоже надгробие какое-то? Тайное место. Что это? Деревянная крышка. Ой, хорошо только. Фотка. Фотография Ирландии. Дорога гиганта. Мы нашли одну из пяти тайных открыток. Ой, хорошо. Давай туда не умрем. А, он там какой-то. Ну ладно. Я понял, как мне тебя убрать. Спасибо. То есть дальше я уже не пройду, да, я так понимаю? Да. Идем обратно. Хорошо, нашли тайное место. Это радует. Хоть оно и жуткое.
А еще он постоянно глаза закрывает в случае чего. Очень резко, очень темно становится. Тут не пройти, да? Что это? Что это? Ловушки. А, тут не видно. Наверное, посюда надо идти, возвращаться. Короче, какой дорогой шли, то и возвращаемся. Так, куда применить ручку вентиля? Вопрос прям на миллион. Так, пойдем посмотрим сначала СОС. Сигнал СОС это был, это по-любому. Я сейчас проверю, убедюсь, успокоюсь. Может быть, а может и нет. А может еще больше заволнуюсь. Скажу, что не, надо быстрее что-то разузнавать, еще куда-то лезть. Хоть бы одна, вот смотри, все сломаны, а? Реально, они... А, это 30, думаю, бочку поднять. Так, тут вообще капец, темно просто. Так, давай смотреть. Ой, не здесь что ли? А, ну да, наверное, вот в этом доме. А нам еще гном нужен. Ой, что такое? Старый портфель нет, а вот это что? Ладно. Или. Вот, смотри. Сигнал СОС. Три коротких. Три длинных, три коротких. Я же говорил. СОС. СОС. Что означает СОС? Давай почитаем теперь внимательно. Нужно ввести правильный код при помощи солнечных часов. Осмотреть буйство возвышенности и запомнить цветовую последовательность. Перевести первую букву из названия цветов в код Морзе. Например, К красный. Правильно установить деревянные катушки. Бляха. Где деревян? Деревянные катушки, вот оно чё. Бляха-муха, блин. Чуть-чуть клавишу задел. Я ждал, что-то новое произошло. Так, огни на стене. Вот, огни на стене, смотри. Время и тени, огни на стене. Да, это вот оно и было. Старого настила можно увидеть. Бляха. Нифига не понял. Ладно, пойдем. Куда-то, наверное, вентиль надо сунуть. Если есть вентиль, его надо куда-то запихать. Что-то провернуть. Ну ладно, давайте мы... Опа, смотри, что нашел. Что это, же транспортир? Нет, это треугольник. Не гном, мама. Гномон. Ё-моё. А я гнома бегаю еще. Ну вот как так, а? Как я так читаю? Чего я неправильно читаю, а? Почему ты мне не подсказываешь, что я прочитал неправильно? Там гномон, а я гномом, гномом. Правильно? Кто тут нахрен гном-то возьмет? А я-то садового гнома ищу. Который, знаете, вот американцы любят у тебя на лужайках ставить. Да, наверное, уже не только американцы, уже, наверное, все любят их ставить. Ну, правильно. Еще бы. Давай. Во! Чтобы вернуться на остров... Час, два, подожди, вот они как. Что, ладно, мы главное постановили гномон этот, мы умеем этим крутиться. Крутить его. Давайте на сегодня мы тогда закончим. Я не знаю, как он работает циф, честно скажу. Понятия не имею, как он работает. Я очень искренне надеюсь, что он будет работать, потому что если нет, ну, это будет очень обидно. Это берет заново все проходить, но по крайней мере я теперь знаю, что где и как. Ой, ладно, давай тогда секунду, смотри, цвет, да подожди, желтый. Перестала. Почему перестала? Нет, он желтая. Ладно, давайте на сегодня тогда заканчиваем. Потом будем сидеть разбираться, потому что на самом деле тут просто так за 2 минуты вряд ли это кто пройдет. Наверное, что кто уже все знает, тот, наверное, пройдет.
Мы не знаем ничего. Мы молодцы. Потому что, если бы мы знали все, мы бы в эту игру не играли. По-моему, это логично. В общем, ладно. Сегодня заканчиваем. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем удачи, пока!